начала года Самара взяла хороший темп по строительству жилья, введено в эксплуатацию 133 тысячи квадратных метров. По плану до конца года в городе должно быть построено 750 тысяч квадратных метров. При этом вопрос переселения людей из ветхого и аварийного жилья по-прежнему стоит остро. С начала года уже отселено 39 семей. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Также департамент градостроительства заключил 3 муниципальных контракта на приобретение 243 квартир. Сейчас нужно купить еще 240. У нас поставщик есть определен, вот есть застройка, где возможно будет приобрести эти квартиры, поэтому мы не видим проблем. Еще одна важная тема – ремонт дорог. На выполнение всех дорожных работ в Самаре в этом году запланировано направить больше 2 миллиардов рублей. Особое внимание масштабным стройкам. Это ремонт центральных улиц города, ремонт Южного моста и путепровода «Аврора», реконструкция Северо-Восточной магистрали, а также реконструкция заводского шоссе на участке от улицы «Авроры» до 22-го партсъезда. Заводское шоссе как раз будет одной из артерий, по которым больше грузов должны пойти. Мы должны ожидать рост трафика. Поэтому здесь нужно ускоряться. Я их критиковал за нехватку людей, за медленную перекладку сетей. Значит, прошу тогда тоже в среду мне доложить, на каком этапе это находится. И вхождение в график недостаточно. Важно, чтобы они с сопряжением уже работали. Также в городе проводят ремонт дорог большими картами свыше 100 метров. Таким ремонтом запланировано охватить 23 дороги. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События.